Барри Матч представляет долгожданный поединок лучших бойцов UFC. Макгрегор против Хабиба. Кто достоин чемпионского пояса? Только Барри Матч предлагает самые высокие коэффициенты на бои UFC. Переходи на Барри Матч по ссылке в описании, выбирай чемпиона и получи денежный бонус. Я думаю, Хабиб просто полетит на него, так же, как он делал в бою с Барбозой. Он просто побежит вперед, схватит Конора так быстро, как он сможет, и нанесет несколько ударов, чтобы схватить его, и, я думаю, начнет бороться с ним. Но это опасно, потому что Конор очень быстрый, он хорошо создает пространство для нанесения своего левого удара. Так что Хабибу надо быть умнее в этом бою и лучше использовать свой футворк. И да, Хабибу надо быть умнее, потому что если он пойдет прямо на Конора, он попадет на его удар левый. И если он будет умнее, обойдет его, схватит и положит на землю, то он его победит. Я думаю, у Хабиба есть возможность победить, потому что у него есть больше путей для победы. Но, тем не менее, у Макгрегора есть его удар левый. И очевидно, у Хабиба больше шансов на победу, потому что у него больше вариантов закончить бой. Потому что он может довести это до решения. Так что я ставлю на Хабиба. Мужик, у меня нет уверенности насчет этого боя. Но мне очень интересно посмотреть на бой Конора и Хабиба. И я болею за Хабиба. Хочу, чтобы он бросил Конора, но посмотрим, как будет. Это будет тяжелый бой для Хабиба и Конора. Я слышал истории, что если Хабиб берет захват, то это как будто это сделал тяж. То же самое, когда он сверху. Думаю, никто не создал для Конора такое давление, как Хабиб. И я думаю, Хабиб заберет свое. Я думаю, тут 80-20 Хабиб выиграет там. Он, если как обычно работает, там пройдет ноги, положит его, и Макгрегор никогда не встанет. Ну, Макгрегор, честно сказать, очень опасен в первом раунде, да? Ну и вообще это просто бой. Все говорили тоже, что Хосе Альдо там разорвет Макгрегора. Ему только понадобилось 13 секунд, чтобы выиграть Хосе Альдо. Поэтому никто не знает, что там будет. Но мы надеемся, что Хабиб аккуратно все сделает. И надеюсь, что выиграет Макгрегора. Макгрегор ведет очень такую интенсивную кампанию, пытается залезть в голову Хабиба. Как ты думаешь, получится у него или сможет ли он из психологического состояния нарушить Хабиба, как-то вывести его? Ну, Хабиб не бразилец, ни откуда там с Европы. У него такие движения не получится. У него не получится влезть ему в голову, это однозначно. Хабиб мало думает об этом. Хабибу нужно выиграть, и он нацелен на эту победу. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.